Есть такая народная мудрость. Нет ничего хуже в жизни, чем ждать и догонять. Лично я, как и все жители планеты, регулярно жду конец света. И не догоняю, почему он никак не наступает. На этот раз давайте поговорим о конце света в одной отдельно взятой стране. Российские ученые обещали, что апокалипсис состоится на 1,5 месяца раньше, чем это было запланировано древними майя. Земля, Луна, Солнце и центр галактики выстроятся в одну линию вдоль центральной оси галактического луча. Но конец света снова прошел незаметно. А если кто-то вдруг не слышал о предсказании российских ученых, знайте, что вам в очередной раз повезло выжить. И есть еще больше месяца до официально объявленной даты. И уже не за горами тот день, который с замиранием сердца ждет все человечество. 21 декабря. И если во всем мире конец света представляет примерно так. Или вот так. То у нас в стране его ожидали почти на 2 месяца раньше и представляли его себе немного иначе. В общем, что можно сказать? Так и не научили за столько лет во всем мире предсказывать конец света. Ни ученые, ни предсказатели, ни жрецы древних цивилизаций. Украинцам в этом плане намного проще. У нас в стране апокалипсис оговорен в конституции страны и должен происходить примерно раз в 2 года. Причем конкретную дату очередного конца света определяет Верховная Рада. Бывают, конечно, неочередные концы света, но это скорее исключение, чем правило.